Почти неделю без воды остается 500 человек. В селе Журавлиха Первомайского района сгорел насос водонапорной башни. 6-е сутки прошли. Вообще без воды. Никто ничего не подвозит. Представляете, такая жара стоит. Вообще ни суда, ни совести у наших чиновников. Вчера, говорят, целый митинг был. Подписи собирали. В прокуратуру писали по этому поводу. Вокруг Журавлихи нет водоемов. При этом в поселке централизованное водоснабжение, поэтому личных скважин на участках тоже нет. Жители волнуются, как принесут жару животные и растения. В магазин, рассказали селяне, воду для 500 человек просто не успевают подвозить. В сельсовете объяснили, что насосы, которые горят, к сожалению, история частая. На днях проблему обещали решить. Он старый был? Ну, конечно, там же ведь они как меняют на бэушные насосы ставят. Они, естественно, горят. А представьте, такая жара, и вот эта башня, значит, 500 человек обслуживает. Такой разбор воды, и они горят. И сегодня обещают привезти из резервного фонда насос.